Добрый день, уважаемые друзья канала «Настоящий узбекский». Приветствуем вас сегодня из города Бухары, а точнее мы находимся между Самаркандом и Бухарой, недалеко от города Наваи, и хотели бы рассказать вам о одном гидротехническом сооружении, которое называется Сардоба или Сардоб. Буквально с персидского языка Сардоба переводится как «хранилище для воды». Это гидротехническое архитектурное сооружение, которое использовалось в хозяйственных целях, и оно было распространено не только в Центральной Азии, но также и в Турции и Иране. Это обычно заглубленный в землю и накрытый каменным сводом бассейн для сбора и хранения пресной питьевой воды. Обычно над таким резервуаром строился гумбаз, то есть свод или купол, который предотвращал значительное испарение воды, а также в определенной мере защищал от различных пылевых и песчаных бурь и создавал постоянную тень. Такие сардоба строились в основном в пустынных местах и служили для караванов, местом отдыха, остановки, а также здесь всегда можно было найти пресную воду. Такое сардоба сохранилось в Узбекистане. На пути из Самарканда в Бухару вы можете увидеть это гидротехническое сооружение. Большое спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте много интересного об Узбекистане. До свидания.